это было массовое, такое абсолютно массовый отъезд. И поэтому среди многих людей это носило характер такой вот, вот Петя едет, и я еду. Едет там Абрам, и я тоже поеду. Что такое Израиль, никто не знал. Говорили всегда о нем как очень враждебной стране, которая безобразно относится к арабам, в которой жить невозможно. Советское правительство посчитало, что в Израиль никто не поедет. Вот эти фотографии были сделаны перед самым отъездом. Это последний наш Новый год в России. После этого мы уехали. Но я знала, что антисемитизм есть там. И я его не хочу. Поэтому я хочу уехать оттуда. Начался хаос. И все рухнуло. היה להם את הדוכן הזה עם כל מיני אגוזים, ואני עד עכשיו זוכרת את התחושה הזאת שהייתי בהלם. כאילו, וואו, כאילו, לא ראיתי דבר כזה בעולם. впечатление от Израиля были пальмы и истерический крик таксиста с одной стороны улицы на другой. Мордехай, מה נשמע? זה הפריע לי ברמה שאני לא רציתי שיהיה את הסממנים האלה שאני רוסיה. הציקו לי, עשו לי, לקחו לי, שתו לי, מזה מעניין, כאילו. Так что это очень большая трагедия для очень большого количества людей. Мы тут в армии служили, а тебе тут и так там чего-то такое дают, да? Я готова была пешком вообще идти в Москву. Там они были жить в Масре, а здесь они были русим-масрехим. Большой разницы не вижу в этом.